Всем привет! Осень – самое время для вынашивания мстительных планов. И я, конечно, не осталась в стороне. Вот это наш газон. На нем, ну просто во всех смыслах этого замечательного слова, процветают одуванчики. И, о чудо, тут я вспомнила, что читала про кофе из одуванчиков. Одуванчик, ты меня слышишь? Я знаю, как тебе отомстить за все те неприятности и работы по прополке в летний сезон. Для кофе нужны корни одуванчиков. Собирают их осенью, сентября. Но это и понятно, все питательные вещества и прочие полезности уходят вниз, в корень. Именно он-то нам и нужен. Вынимается он сейчас отлично. Всасывающие мелкие корешки отмирают, и морковку одуванчика легко достать. Ну вот корешки одуванчиков, я их помыла, даже их можно не чистить, шкурка слезает очень хорошо, если какой-то жесткой рукавицей потереть. Они оказались беленькие и весьма симпатичные на вид. Осталось их только мелко порезать. Корешки одуванчика оказались неожиданно не грубыми, не жесткими, точно не плотнее, чем морковка. Режется очень хорошо. Ну а теперь быстренько представили себе, что это кофейные зерна. Ну и для того, чтобы сварить кофе, и чтобы кофе имел цвет, их нужно обжарить. У меня получилось вот так. Можно заваривать кофе из кусочков, но я решила все смолоть. Немолотый кофе, вероятно, будет иметь более светлый цвет. Я кофе смолола. В нем все-таки взвесь присутствует, она не оседает, хотя я подождала. Но цвет красивый, кофейный. На настоящий кофе я бы не сказала, что похож. На кофе из цикория, да. И по вкусу имеет легкую такую кислинку. Ну, в общем, если вас замучили сорняки, съешьте их. Ссылка есть в описании на самые распространенные растения, которые можно собрать в своем саду-огороде и приготовить. Ну, а кому такое количество не осилить, остается только мстить. Вот как-то так. Желаю вам удачных экспериментов. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.